атаки у нас очень интенсивно идет. Вот какой шанс у Брэда Ричи! Там уже конек. Без клюшки Моторыгин! Конек от Жиганова спас. А будет что-то серьезная травма. Это кто им? Минск продолжает атаковать. И вот уже Пышкайло даже и смотрит на игрока московского «Динамо», а не на шайбу. Да, выглядит все печально. Что-то с рукой у Ильенко. А, ну выкрутило руку как-то. Может быть, он вывернул руку. Непонятно.